Так какие собирают такие поемники для украинцев? Это только в деликатесном центре, а в больших магазинах таких поемников стоит, такие как Бедрон, как Кауфланд, там огромные просто, тут вот один, бывает два. Это все товары для украинцев, польского панства. Спасибо огромное. Шуня получила новый дом. Новый дом из нового магазина Максизоу. Давай, давай, Ксюшенька, давай. Пока ее, да, пока в ракете ее посадим, и там ее, чтобы ей не было так слишком. Давай, Машунь, поправь. Ну и как тебе тут, Шунечка, говорит? Подойди, Шуня, прошу вас. Вот такая красота. Закрывайте крышечку. Сейчас, Мику, все. Ну вот, по-моему, ей нравится. Теперь будет Шуня, меньше. Дай интервью, пожалуйста. Как вам ваш новый дом? И барабан наш. Есть. Какой наш? Я говорю ваш, а не Машин. Ну, ей как раз тут хватает места. Да, довольная. Чем покупали в магазине Максизоу, по-моему, 72 злотых или 77, я не помню точно. Ракета мешает, мешает. А такая красота. Просто у нас была клетка металлическая, она грызла прутья. Она тоже это смотрит. Ну, в общем, обживается, Шуня довольная. Вот так, вот так. В мире животных. Там у него спонжик ватный. Наводит красоту. Шуня пришли в парк, а тут такая красота. Нарциссики. И там, на той стороне, желтенькие. Лебедей еще нет. А вот там, на пригорке, зайцы. Да. Засилие зайцев. Зайцы напали. Пасхальные кролики. Видите, какая красота. Сейчас мы обойдем. Уточка поплыла. И уточка плывет. Хоч і джинни. Ні к чині будь ласка, ні. Собачка стоїть. Устав. Ти устав, да? Устав. Гарний. Хороший. Какой хороший пёсик. Устал, сел отдохнуть. Коробку кто-то поставил зачем-то. Видите, какая милота. Он посол. Сел посидеть возле нас отдохнуть. Пойдем, Марус, привет передашь? Всем привет. Меня не показывайте. Всем привет. Мы сходили в магазин, купили Маше. Ну, такая, как типа пиджачка под юбку с одной серии. Джинсовый, да? Джинсовый, да. Джинсовый пиджачок. Смотри, какой у него. Фасон как рубашка, но плотный. Закат какой красивый. Идем домой, да, Машунь? Угу. Идем домой. Там Алуська приготовила пальчики. Картошки напекла. Сейчас сядем большой семьей ужинать. Очень хочется зайцев поснимать, Мари. Красота, такая милота необыкновенная. Погодка не очень, ну хотя бы дождя нет, все утро был дождь. Я встала рано, как на работу, что-то меня подняло. Сегодня суббота, выходной. Посмотрите вот так на прудик.
и по периметру насажены желтые нарциссы, как цыплятки. Сейчас к зайцам подойдем, поснимаю. Вам следующее воскресенье — Пасха. 17 апреля Пасха, Великодень. Маша день рождения на Пасху. Маша родила Страстную пятницу. А в этот раз ее день рождения припал на Пасху католическую. Какие нарциссики. Тут, наверное, дети будут собирать яйца. Идет праздник. Может, мы придем. Пенечки как цыплятки. Я вам покажу. Видите? Тут зайцы сидят. Кролики пасхальные. У меня все зайцы. Уши большие. Красивые. Красивые. Вон целые их тут. Много очень. Все с бантами, все нарядные. Малыши будут собирать яички. Праздник будет. Дай Бог, чтобы погодка удалась. Чтобы детки поразвлекались. Такой пасхальный декор. Наша Пасха через неделю будет. После 17-го, следующее воскресенье, христианская Пасха. И мы уже, бабушка наша приболела, простыла. Или вирус, скорее всего, потому что она как бы и не переохлаждалась. Ну, была температура 3 дня. Плохо очень болели у нее суставы. Еще погода такая пасмурная. Уже девчата пристают насчет пасок. Пасхи хочется. Кулич пасхальный. Вот так. Очень красиво. Смотрите, и еще красота. Селфи-палка в сумке. Не хочется ее доставать. Иду, трушу камеру. Потерпите чуть-чуть. Тут брусчатка. Так. Семья зайцев. Цыплят и яиц. Тут страусиные яйца. Одно бедное упало, не выдержало веса. Он свалилось. Это парк. Вот так красиво. Мы идем домой, да, Машенька? Пойдем домой. Налюбовались. Если завтра погодка будет хорошая, может, еще придем. Ну, может, дружбач. Подвальные кошки. А тут такой домик. А в домике кто-то пьет чай. Давайте ближе подсядем. Ого, ты там прямо стол накрыт. Плохо видно. Кукольный домик. Подносик с чем-то там. И кресло. Это там, наверное, гномы. Вот так красиво, ребята. Свет там горит внутри. Только не рассмотришь. Очень низко. Вот сразу уже и плитка. Тротуар. Чтоб на втором этаже оно было виднее. В общем, красота необыкновенная, ребятки. Все так поднимает настроение. Красивейший. Красивейший закат. И запыхалась весь город. Вниз вверх, вниз вверх. Видите, какой. Красное, белое. А вверху голубое. Очень красиво. Ой, мы с Машуней так погуляли хорошо. Мы вдвоем поболтали. Да, Маруська? Мы соскучились друг за друга. Мы так хорошо скупились сегодня, быстро. Людей было мало, вот очередей не было на кассу. Идем домой. Луська приготовила, я уже говорила, печеную картошку в духовке и пальчики. А
Папа наш хочет приготовить пиццу в сковороде. Это у него такой рецепт. Там есть мука, сметана, что там яйца, кукуруза. Потом специальный соус с фасолью. Ну, еще что-то там, не помню, что. В сковороде делается такая она. Получается... Ой, даже не знаю, с чем сравнить. Ну, пицца не пицца, а вкусно. В общем, вкусно. Сейчас покушаем. Будем отдыхать. Кино какое-нибудь посмотрим. Да, Машунь? Устроим семейный просмотр сериала. Какого? Хоббита давай посмотрим. Хоббита посмотрим. Вот прошли дождики. Такая зелень стала свеженькая. Фрезия цветет. Везде эти желтенькие цветочки. Тут у нас перед подъездом то ли вишня, то ли алыча. Уютный желтый свет в окошках. Это наш дворик. Сейчас я вам покажу цветущее дерево. Весна, прекрасная пора года. Вон. Вот такая красота. Пахнет. Слышно очень после дождя особенно. Хорошо, ребята, идемте домой. Привет, ребята. Едем Маше за подарком. Мой пасхальный кролик, день рождения у него в воскресенье. Ой, я приболела, температуру чуть-чуть сбила. Температура невысокая, но противная. А подарок выбрать ребенку надо. Сейчас напялим маску, пойдем. Наушники, наверное, будем дарить, не знаю. Сейчас посмотрим, что-то выберем. О, людей сколько. Паркуемся. Хорошо, ребятки, запишу уже с магазина. Ребята, лебеди прилетели. Смотрите. Видите? Чем купили мы Маше подарок? Купили наушники и будем дарить еще деньги. Потому что у нас дама такая, знаете, ей не угодишь. У нее все есть, ей ничего не надо, а подарок-то нужен. Наушники она просто брала иногда мои. Поэтому купили ей наушники Sony. Беспроводные, но на шнурочке таком. Не то, что не блютузные, вернее, блютузные. Но, в общем, такие, как у меня, как у Андрюши. 310-е Sony взяли, звук очень хороший. Держат они двое суток почти. Ну, 24 часа, если не сильно громко слушать. А если на большой громкости, то 15 часов. Сейчас идем снимем с банкомата деньги. Подарим ей денежку, открыточку купили, наушники. Ну, а там она уже сама себе будет что-то выбирать. Что за всегда хорошо. Всем привет, ребята. Прошла неделя. Я решила дописать видео. Я болела. Немножко потемпературила. Вчера уже температура упала сама, я уже ничего не пила. Вчера это было воскресенье, Пасха. Пасха и Машин день рождения. Сегодня целый день я отдыхала. Ничем таким не занималась. Только отдыхала, кушала. И смотрела YouTube. Сейчас вечером уже решила, почистила, делала себе масочку. Но это не то чтобы как бы маска, а это гель скраб, ну и маска 3 в 1. 15 минут подержала, вот такую вот Светочка привезла. Очень хорошая, кстати. У меня скраб заканчивается, чистая линия, но буду поискать такой самый. Почистила личико, хочу сделать масочку и с вами поговорить. Ой, ой-ой-ой. Ну и масочка. Масочка фирма Ботаник. Маска тканевая с алоэ вера. Так. Что у нас новенького? Что отпраздновали Машин день рождения. Маше было 13 лет. Подарили ей наушники, подарили деньги. Сейчас, ребятки, как-то ее разверну. А видео записывала неделю назад. Чуть-чуть записала. Поснимала, вернее, потом.
ехали в магазин, Маша подарок убирать немножко поснимала. Думаю, надо же так как-то все выкладывать. Ну, когда себя плохо чувствуешь, знаете, не до съемок, потому что настроение, сами понимаете, не слишком, да, такое позитивное. А что с ним делиться, с людьми? Делиться нужно положительными эмоциями, я так считаю. Негативных и так хватает. Так, хорошо. Вот, отметили Маше день рождения. Завтра еще детки наши дома. А мы завтра на работу все. Луська работала в субботу, и Андрюша в субботу работал, а я в субботу лечилась. Ну, у меня суббота не рабочая, но пока не рабочая. Там не знаю. Ну, мне так две работы, мне хватает, знаете, мне два выходных мало. И ту сторону надела, теперь надо вот это все вытаскивать. Сейчас проверим. Надо было ее хранить в холодильнике. У нас в ванной тут есть полотенцесушитель. Вот, и очень жарко здесь. Но я не люблю масок, по крайней мере, не летом с холодильника. Они такие холодные. Не очень приятные. Надо доставать. Хотя бы за 10 минут. Так, что, какие у нас новости? Завтра будем посылать запрос на карту. Готовили наша карта. Карта по быту моя и Андрюшина. Уже прошло. Положенный срок уже прошел. Уже можно поинтересоваться, готова или нет. Извините, что я не к вам лицом, но в камеру неудобно смотреть и маску накладывать. Дальше. И Светочка, и Алла. Все получили 300. По 300 злотых. Вот эта программа 300, да? Там какая была для беженцев, ну, вернее, для украинцев. Все они получили эти деньги на карту. 500. По 500 злотых на детей еще не пришло. Мне тоже не пришло, но мне нужно принести в МОПС. Я оформила это в МОПСе. Мне нужно принести карту побыта. То есть документ о том, что мне карту выдадут и на какой срок, я отнесла. Копию. Теперь нужно карту. Только после этого будут какие-то перечисления. А 300 плюс я получила еще в декабре прошлого года. В начале декабря. Вот эти 150 там на школу, да, и 150. Ну, в общем, 300 плюс из ЗУСа я получила на Маршу. Я забыла просто об этом сказать. Ну, вот так. Так, что у нас? Всем мы все потихоньку переболели, я уже последняя. Я надеюсь, что я последняя. Светочка болела потом. И Алла немножко по температуре, он совсем чуть-чуть. Маши не было температуры, у Ксюши был насморк. Горло побаливало. У Маши болели глазки, на желвоз, усталость была такая общая. Ну, бабушка наша потемпературила здорово. 5 дней. Она лежала вообще. Температура была не все время, но температура поднималась до 38,7. У меня было 37,2. Самое приятное. Конечно, и сбивать не сбивать, и находиться в ней очень сложно. Хорошая масочка. У нас осталось, давайте нанесем на зону декольте. Ну, не как бы не на зону декольте, а на шейку. Вот. То, что посередине вверх, боковые части вниз. Декольте. Декольте закрыто. Декольте наносить не будет. Ну, так, моя хорошая. Потихонечку мы. Ага, вообще у Ксюшеньки начались дистанционные занятия в украинской школе. Пока она в польскую не ходит, а там посмотрим. Света ходила к директору, он говорит, ну давайте как-то совмещать, если получится. Мишенька ходит. Миша занимается дома, то есть там не онлайн занятия, а присылают занятия. И они делают уроки дома, отсылают готовое.
домашнее задание учительницы. И он ходит в школу. Ксюша пока нет. Очень она расстроилась, очень она, там у нее друзья уже появились, и так все ей нравилось. И Мише очень нравится в польской школе. Нравится, что много уроков физкультуры, что можно попрыгать и побегать. У нас очень активный у меня внук. Он сидеть не может, ему скучно. И вот они сегодня пошли гулять в этот большой парк наверх, туда на 3000-летие. 4 часа гуляли, и на машинах катались там. Хотя погодка такая не очень, как бы. Ну, зато не жарко. Ну, ему вообще у нас никогда не бывает холодно. Он всегда у нас активный, не мерзнет. Ну, вот так. Завтра пойдем на работу. Детки еще дома. Хотя у Ксюши, вот, да, у нас же Пасха православная будет. У нас все на недельку позже. Чистый четверг. Вот в четверг будущий. Потом Страстная пятница. Потом, собственно, суббота, Светлое Христово Воскресенье. Сейчас, ребятки, я сниму масочку, приведу себя в порядок и расскажу вам о том, как празднуется христианская православная Пасха, как мы ее отмечаем. Может, будет интересно вам. Не прощаюсь. Все, ребятки, подержала масочку. 15 минут. Красота неописуемая. Ой, извините, что я отворачиваюсь. У меня это зеркало здесь, а в камеру не очень хорошо видно. Сейчас мы распределим сыворотку. Сыворотки не очень много, но достаточно. Для лица достаточно. Так. Ребята, сейчас вам буду рассказывать, как... Ну, я не говорю за всех православных христиан, говорю только за нашу семью, как у нас это принято. И веду свое видео, записываю видео в самом уединенном месте. Извините, конечно, что такое локация, но нас там много. И когда у меня есть... Вот странная вещь, понимаете? Вот я могу пойти в свою комнату, да, там Андрюша смотрит какое-то тоже видео, там что-то дурнево смотрит. Надо попросить его выключить, естественно. Ну, тоже все и впиталось. Ничего, неплохая. Возможно, я и повторю. Но я не очень люблю. У нас тут еще так жарко. Посмотрим еще. Так, значит так, о чем это я? Как в нашей семье встречают, празднуют Пасху. У нас это называется Пасха или Светлое Христово Воскресенье, так называется, да, вот польского панства Велконоц. А у нас это Светлое Христово Воскресенье, ну это название. Но все очень похоже. Начинается у нас, значит... Собственно, Пасха с чистого четверга. То есть четверг начинается, да, вот после 12 ночи. И первое, что желательно сделать, да, вот как мы стараемся это делать, до восхода солнца в четверг принять душ, то есть купаться, смыть с себя все болезни. Так нам говорит Андрюшина мама, что приняв душ до рассвета вы... До восхода солнца вы смываете из себя все болезни, все грехи. Вот раз в год, чистый четверг, надо встретить чистым. Восход солнца надо встретить чистым. Потом, в четверг, если, конечно, вы дома находитесь, все намывается, умывается, чистится полностью весь дом. Ну, как предварительную какую-то там работу, да, там помыть окна, постирать шторы, это можно и в другой день. Предыдущие выходные, а, собственно, в четверг уже наводится чистота и блеск, и лоск на все-все-все. Страстная пятница, следующий день, не ругаться, не выражаться, то есть не говорить плохих слов, да, не ругаться, не желать никому зла, а провести этот день тихо, спокойно, на работе, значит, на работе, не вступать ни в какие там горячие дискуссии, никого, Боже, сохрани, не оскорблять. Ну, то есть стараться придерживаться каких-то норм,
тихого такого поведения. Постятся, у нас многие постятся, ну, беременным, больным людям это не обязательно. Остальным это уже каждому по вере, понимаете, кто как верит, кто во что верит. Если трудные времена, то там уже сильно-то не допастишься, да, что есть, то и есть. Дальше. Суббота. Страстная пятница прошла. Суббота мы ставим тесто на Пасхе. Замешиваем пасхальные куличи, печем, замешиваем тесто. Рецепт у каждого свой, у каждой семьи свой, каждая хозяйка имеет свой рецепт, который ей больше понравился, уже годами как-то, да, вот она выбрала для себя. Чем Пасхи, не шумим, не кричим, чтобы тесто не упало. То есть не должно быть сквозняков и не должно быть громких каких-то таких. Ну, в общем, когда делается тесто на Пасхи, никто не ссорится, тоже не ругается. Впечатление, что остальные дни мы только делаем, что ссоримся, ругаемся. Нет, ну просто, вот, знаете, такое благостное состояние, спокойствие, умиротворенность. Вот в субботу у нас это действительно так и есть. И уже пасочки, как бы, да, долго они подходят, долго их надо вымешивать. Тесто у нас очень сдобное. Дети там тоже присутствуют в этом процессе. Варятся яйца, красятся, разукрашиваются. Кто во что горазд, начиная от вот этих вот картинок, плюночек, заканчивая различными там, да, это хорошо с детками там поукрашать, позаниматься. Поговорить, рассказать о празднике. Даже малыши могут в этом участвовать. Ну, дальше что? Пасхи спекли, украсили. Украсили белками взбитыми. То, во что гораздо, кто как себе представляет. Собирается, собственно, пасхальная корзинка. Что мы обычно кладем в нашу корзинку? Пасху, то есть саму вот выпек это, да, тесто это. Очень сладко, очень вкусно, очень долго оно не черствеет. Дальше. Ну, а дальше уже по... Мы обязательно кладем соль. Крашенки, то есть яички, да, покрашенные. Колбаску. Делаем домашнюю колбаску. Или покупаем, если не сами не сделали. То есть свиная кишка начиняется. Мясо рубленное с салом, с перцем, с чесноком. Очень пряное. Такая, скажем так... Чем можно разговляться? Вот. Что еще? Кусочек сала. Да, с центрального рынка, скрытого рынка. Хороший такой кусочек сала. А потом вино. Ну, не всегда, ребят. Не всегда вино. Ну, даже мы не святим вино. У нас не принято в семье это делать. Ну, может быть, когда-то и было, но я не вспомню. Кагор. Обычно, если святится какое-то спиртное, то это церковное вино, кагор, красное вино. Дальше что? Хлеб, колбаска, яички, я сказала, большой кусок. Ну, то есть то, что ваша первая трапеза, то, что вы придете, да, с храма и чем вы будете разговляться. Хлебушек можно, не хлебушек, можно пасочку. Ну, мы обычно кладем небольшой, там, покупаем бородинский или там небольшой, так, потому что корзина, что же, знаете, не безмерная, чтобы все тут, и на, чтобы на все попала святая водичка. Ну, ни шоколад, ни конфет мы не святим. Огурчики, помидорчики. То есть нарезочку какую-то, колбаску, я уже говорила. Кусочек сыра можно положить. Ну, то, что мы любим, да, как бы вот. Все это укладывается, накрывается. То есть на рушничок укладывается, в корзинку складывается, рушничком накрывается. Потом мы идем в храм. В храм мы ходим ночью. Можно вечером пойти, то есть в субботу где-то после 5 святят Пасхи. Но это обычно, знаете, люди, которым или добираться тяжело, или люди не совсем как бы здоровы, которым тяжело ночью встать, да. Ну или с маленькими детками, которых тоже сильно, ну там с малышами там годик-два, которых не хочется ночью там. Смотря где храм находится, у нас близко, у нас 10 минут пешком там в Украине, вот в Харькове храм Константина и Елены. Обычно у меня Мишенька нет. Мишенька осталась со света. Приезжала Ксения, моя внучка, Машенька. И мы ходили втроем. Еще там бывало созвонимся с соседями, с Катюшкой Павловой, и муж ее, и Катюша с мальчиками, со своими сыночками. Мы ходили вот как бы, да, такой. Или с соседкой Витусей ходили. Небольшой компанией, ну, можно и самим, можно. У нас еще темно в это время. Это где-то, наверное, в половину четвертого до 4, может быть.
разное время, там каждый час светят. Но у нас население много, поэтому несколько заходов светят в Пасхе. Заходишь в церковь, купаешь свечки и втыкаешь свою пасхальный кулич в свечечку и ждешь, вот все становятся кругом так в 2-3 ряда вокруг храма и ждут, пока выйдет батюшка и посвятят. Он хоть с такой емкостью хорошей, с таким, это как это называется, которая туда макает, венечек такой. Вот, и так хорошо обдает. Да, обязательно у нас женщины одевают головной убор. То есть это должна быть или косыночка, волосы, или это капюшон какой-то там, да. Но обычно косынку завязывают девочки мои, и я, мы в косыночках, или шарфики такие тоненькие. Мы идем и вот там ждем, и потом начинается звон колокольный, естественно. Все радуются, все улыбаются, и батюшка проходит по кругу, и всех поздравляет со Светлым Христом Воскресением. Все как следует вот так кропит водичкой хорошенечко. И мы идем потихонечку домой. Еще есть у нас такая традиция говорить всем встречным, знакомым, ну, кто и не знаком, говорит, Христос воскрес. И троекратно целоваться. Такая у нас традиция. Христос воскрес, вы слышите в ответ, воистину воскрес. И вот троекратный поцелуй, так. Касание щек. Ну, как-то так это все происходит. Ну, собственно, приходим мы домой. Бабушка наша не спит, бабушка же наша там на кухне. Накрыла стол скатертью, поставила иконы, зажгла свечку вот эту, которая у нас горела. Да, там в храме мы ее принесли с собой. Я ставлю эту свечку под свечник. Ставим пасхальный кулич посреди стола вокруг, раскладываем крашеные яички, крашенки это у нас называется. Ну и вот то, что мы принесли в пасхальной корзинке, и с этого и начинается первая утренняя трапеза. Вот. Ну, у нас это сразу. Если папа наш в доме, то будем нашего папу. Если нет, то сами садимся. И начинается у нас, собственно, с того, что мы пробуем посвяченную еду. Яички, сырок, колбаска, понемногу вина. Если не святили там, да, что-то другое, ну, я не пью спиртных напитков, я могу выпить там что угодно, компотик, узвар, все, что обычно, да, там. И мы начинаем трапезу. Значит, мы вот кушаем, разговариваем, рассказываем, кого встретили, ну, обычный разговор, кого встретили, кто был, как, что там, ну, обычно встретили того-то, это, вот это, мы кто-то говорили, ну, просто разговариваем. И потом уже мы покушали, уже бабушка поставила там чаек, как к пасочке, чтобы запивать. Одну минутку, и тогда уже дети начинают играться крашенными яйцами. Знаете, как это делается? Берется яичко, но у меня тут нет яичка, я возьму, так просто вам покажу. Зажимают вот так вот его в кулачке и стукаются острым краешком или тупым, это без разницы. Вот. И у кого яичко разбилось, тот проиграл. Можно перевернуть его другой стороной. Ну, в общем, я вам скажу такой секрет. Если зажать яичко плотностью в кулаке, вот, да, вот не вот так держать двумя пальчиками полностью, оно целее будет. То есть можно, есть шанс выиграть. Так, ребята, мое уединение нарушено. Там просится внук. Я сейчас еще с вами. Я перебралась на кухню. Луська, тебя не видно, небось. Ну вот, в принципе, я вам все и рассказала. Так у нас празднуют Пасху, потом мы кушаем пасочку, чаек пьем. А Луська, где пасочка? Только чаек. Пасочки еще рано. Пасочки будут на следующий день. Я не знаю, будет ли у нас Пасха. Будет. У нас все будет, мы да? Мы уже договорились. Надо формочки. Мы с Надеждой Петровной уже все обсудили. Обсудили, а формочки где брали? Формочки еще не знаем. Правильно. Если что, там у нас есть форма с пирога, там можно взять. Вот. И посвятить у нас не получится, естественно, в нашем городе нет православного храма. В Лодзе был, но надо было туда ехать, мы не ехали, нас там знакомые наши по хосту уехали, и нас угостили свеченной пасочкой. Ну, ребят, не последнее горе, то, что Пасха не посвячена. Была Пасха, понимаете? Бабушка наша неинтересно привезла свеченой водочки к себе. Нет? Спасибо, что я сама приехала.
Так что я думаю, мы Пасху отметим. Католическую Пасху у нас не получилось отметить, хотя я все расспросила у Мира, как и что. И, ну, я же говорю, я заболела. А Луська наша работала, Света был, у Маши был день рождения, и все это так совпало, понимаете. Мы все хорошо отметили, Алла говорит. Ну, Маша день рождения, по крайней мере, отметили. Ну, будем надеяться, что в следующем году у нас получится. Маша у меня родилась в Страстную пятницу, и она попадает, если не на католическую, то на христианскую Пасху, понимаете, день рождения, вот в эти дни. И всегда отмечаем, если это среди недели, то к выходному, там, да, если у нас гости. Ну, так бывает у апрельских деток, бывает так, что они, те, кто родился, вернее, в апреле, часто попадают день рождения на Пасху. Нету что-то, Миша хочет, говорит, чтобы я его подстригла машинкой под шестерочку, говорит, и какую-то тут лысинку. Говорю, покажи мне фотографию. Он забежал, видно, мама не разрешит. Ну, хорошо, ребятки, будем с вами прощаться. Извиняюсь за такой долгий перерыв, но я же говорю, что состояние было просто не очень здоровое. А когда болен, не хочется показываться, потому что настроение-то не очень, понимаете. Ну, в общем, вы все поняли. Так, ребята, до следующего видео. До новой встречи. Будьте здоровы. Привет. Будьте, таксишенька моя, будьте здоровы. Скоро Пасха, скоро весна. Весна настала, у нас конечно, ужасно холодно. Победа. Скоро победа, скоро весна, скоро победа. Все, ребятки, встретимся.